Приветствую, друзья, на канале Коллекция монет. Еще одна биметаллическая монета. Монета Сан Марино. Номинал монета 1000 лир. Год выпуска 1999. Материал монеты биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо алюминиевая бронза. Гурт монеты ребристый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу монетное, 180 градусов. Вес 8,8 грамма, диаметр 27 мм, толщина 2 мм. Отчеканена монета на монетном дворе города Рим в Италии тиражом 1 836 495 экземпляров. Вышла данная монета в составе регулярного набора 1999 года. То есть является монетой регулярной. Называется монета «Роза ветров». Изображен у нас на монете знак, геометрическая фигура, которая так и называется «Роза ветров». Все вершины этой фигуры направлены по сторонам света. Вверху полярная звезда, и направление соответственно на север показывается. Также здесь у нас год выпуска 1999, знак монетного двора литера R, номинал внизу 1000 лир. Ну и вот здесь надпись, фамилия автора данной стороны монеты. На оборотной стороне изображен бюст. Представитель планеты Земля. Голова изображена так стилизованно в виде земного шара. Держит человек этот в руках пламя и окружен небесными телами. Луна, Сатурн, звезды. Называется композиция «Дитя Вселенной». Под этой фигурой видно не очень хорошо, под плечами, там где заканчиваются плечи. Слева и справа фамилия двух авторов данной композиции. Ну а по внешнему кольцу надпись «Республика Сан-Марино». Разделена эта надпись двумя такими стилизованными рисунками из трех башен Сан-Марино. Ну и под ними такие ленточки с надписью «Либертас» – «Свобода», «Независимость». Стоимость данной монеты невелика, тираж приличный и начинается где-то от 150 рублей. На этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи и пока. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!